Привет всем! Вы на канале Позитивный огород. Сегодня хочу вам показать клубнику Алый огонек и Вкус детства. Эти два гибрида. Вот такие вот у них цветоносы. Продолжает она цвести. Вот некоторые ягодки, видите, только начали завязываться, но вот здесь вот пониже. Сейчас я вам подниму их. Покажу. Так. Вот такие вот ягодки, смотрите. Вот у нас Вкус детства и Алый огонек. Вот такие вот симпатичные ягодки. Цветоносов очень много. Вот у нас следующая кисточка. Тоже вот такие вот симпатяшки. И еще. Здесь еще не поспели. Вот крупненькая такая ягодка. Вот можете заметить, очень много цветоносов. Вот следующий пошел. Это у нас еще один кустик. Вот еще один цветонос. Здесь вот с центра кустика пошли новенькие. И здесь вот такие вот ягодки. Очень у них такая интересная, симпатичная форма. Ну, только спеют некоторые. И опять же таки вот все кустики буквально-таки усыпаны. Очень хорошо цветут. Сейчас у нас первые числа августа. Вот, ягодок уже срывали, и сейчас они продолжают наспевать. И вот там тоже можете заметить, все буквально-таки в ягодках. И вот одна и та же клубника, просто с другой стороны грядки. Я сейчас подхожу. И опять же таки, видите, все в таких вот ягодках. И здесь кустик, вот буквально они вот смыкаются все. И вот здесь все вот просто усыпано цветоносами, ягодами. Даже не подобраться к ним. Смотрите, такие вот кисти. Ух ты, сорвалось все. Вот так вот. Такие вот дела с этой клубникой. Усов у нее практически нет, хотя на упаковке было написано, что она усы дает очень-очень активно, но нет. Наоборот, очень хорошо она цветет и плодоносит. И вот буквально с каждой стороны кустика. Вот такие вот цветоносы крепкие, с таким обилием ягод. Кусты зацветают неравномерно. То есть сперва вот зацвели вот этих вот два кустика, а затем уже начал цвести вот этот куст пушистый. Огромный он продолжает выпускать цветоносы. Вот формируются, завязываются ягодки. Вот такие вот пышные кустики. Это все вот. Все у нас Алый огонек и Вкус детства. Вот с этой стороны тоже вот смотрите. Вот у них такая вот форма. Такая очень симпатичная, интересная. Здесь вот тоже такая вот ягодка. Ну вот все буквально-таки усыпано. И цветет она у нас до самых осенних заморозков. Такая вот замечательная клубничка. Поэтому всем могу ее посоветовать. Очень сладкая. Даже при обильных поливах сохраняет эту свою сладость. Выращивалась она из семян. Посев был произведен в начале февраля. Где-то или в середине февраля. Рассада была высажена в мае. И вот сейчас начало августа, и вот такие вот кустики с таким обилием ягод. И еще ягоды продолжают завязываться, а значит, впереди нас ждет еще какой-то урожай. Эта земничка, клубничка должна перезимовать. Ну а всем тем, кому данное видео было полезным, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями,
заходите почаще в гости. И пока-пока. До новых встреч. Всем самого-самого наилучшего.